Здравствуйте, это проект «Первый видеоавторынок». Меня зовут Ян Симаков. Я представляю автосалон RDM Import. У нас новое поступление. Один из самых продаваемых и популярных городских внедорожников нашего автосалона – это Hyundai Tucson. Машина 2008 года выпуска, у нее двухлитровый мотор, полный привод, автоматическая коробка передач и строгий черный цвет кузова. Что касается состояния этой машины, ну, начнем с внешности, да, как обычно. Машина не новая, поэтому на капоте есть небольшие сколы от камней, но они точечно подкрашены. И вот благодаря тому, что цвет черный, да, все это дело в глаза не бросается, то есть нужно прям разглядывать машину, чтобы это увидеть. Установлена вот такая вот декоративная вещь на переднем бампер. Хромированные элементы здесь есть, да, но немножко они пострадали как бы за время эксплуатации машины, да, тоже от камушков есть небольшая трещинка. Вот, но благодаря этому сам бампер у машины не пострадал. То есть, если его снять, да, то сам бампер в полном порядке. Фары галоген, установлены противотуманки, также есть, это все заводское. Ветровичок такой вот на капоте стоит. Стекла у нашего автомобиля все оригинальные. То есть, есть маркировки такие. Трещин на стекле лобовом нет. Автомобиль на зимней резине шипованный сейчас, плюс ко всему установлено оригинальное хендаевское литье. Ну и также комплектация машины предусматривает вот такие порожки. Если вы следите за нашими видеообзорами, то обращали внимание, что Hyundai Tucson обычно вот таких порогов не имеет. То есть бывает, что, например, на Honda CR-V такие порожки есть, а на Тусанах они не встречаются. Вот в нашем автомобиле они есть. Благодаря им машина смотрится гораздо интересней. Если кому-то проблематично залазить и вылазить из машины, то это будет вам как бы помощник. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, это для внешнего вида сделано. Идем дальше. Значит, ветровички есть, тонировка заднего полукруга, оригинальные рейлинги на крыше. Ну, вот еще раз посмотрите на состояние дисков, то есть они не исцарапаны, смотрится хорошо. Ну и идем дальше, значит, задняя часть автомобиля. Опять же, да, вот если вы смотрите за тусанчиками, да, за такими, то обращали внимание, что спойлеров таких у них не встречается. Но если встречается, то крайне-крайне редко. Опять же, у нашей машины это есть. Вот. Задняя часть автомобиля, бампер в порядке, то есть им не упирались какие-либо препятствия, он не поцарапанный. Стекло опять же родное, да, в общем, все здесь в порядке. Ну и смотрим, что в багажнике. У нас здесь второй комплект резины. Резина летняя, она без дисков, но второй комплект есть, как бы тоже такой очень серьезный плюс в пользу этого автомобиля. Протектор, в принципе, достаточно глубокий еще. Пару сезонов точно отходит. Пластик на пятой двери с небольшими царапками жизненными, да. Сам багажник тоже там пластик, ну какие-то тоже жизненные такие моменты по пластику имеются. Все-таки автомобиль не новый. Ну идем дальше. Осталось заглянуть нам в салон. Посмотрим, что там. Значит, здесь у нас тканевое покрытие, сзади есть подлокотничек на удобной высоте с подстаканником, крепление для детских сидений Isofix, подушки безопасности, вот у нас шторочка лежит из багажника, ее сюда положили, потому что там лежат колеса, на полу коврики резиновые, прям по форме, они оригинальные, Hyundai даже там на них нарисован шильдик, розетка 12 вольт, ну и посмотрите, в каком состоянии ткань на сиденьях. То есть здесь все в порядке с этим делом, то есть она не грязная, не шорканная, прокуров нету, хорошая, в общем, машинка с таким вот салоном. Ну и смотрим, что в передней части этого автомобиля. Значит, что у нас здесь? Магнитолка родная, читает mp3 диски, есть выход AUX, CD диски, климат-контроль раздельный здесь. Возможно, что шумовое переключение передач, подогрев передних сидений, подлокотничек не зашорканный, может менять свою высоту. Вот так вот он крепится. Ну и опять же, обращайте внимание на состояние ткани в салоне. Руль кожаный здесь с регулировкой.
Ну что еще? Лампочки все работают. В принципе, как бы тут каких-то открытий сделать нельзя, потому что Hyundai Tucson с 2-литровыми моторами примерно одинаковые все, да, ну, за исключением вот каких-то внешних особенностей, как вот здесь. Тут мы смотрим как бы на состояние этой машины, да. Помимо того, что я рассказал, комплектация машины включает в себя систему динамической стабилизации, есть подогрев дворников, то есть вот кнопки у нас расположены, подогрев дворников, система ESP, управление полным приводом. Электропакет здесь полный, пробег, значит, у машины 72 тысячи километров, ПТС-ка у нее оригинальная, куча подушек безопасности в машине, сиденье водительское с регулировкой. В общем, автомобиль упакован, есть все, что нужно для комфортного управления этой машиной. По состоянию как бы тут все нормально. Плюс ко всему, внешняя машинка классно смотрится, да, вот порожки есть, спойлер, машина уже к зиме готова, у нее стоит хорошая зимняя резина, шипованное литье. Ну, в общем, все нормально, как бы у машины проблем нет никаких, в юридическом плане автомобиль тоже в порядке, то есть мы на юридическую чистоту машины даем гарантию, поэтому приезжайте к нам за этим автомобилем, он есть теперь у нас в продаже, уверен, что он продастся очень быстро, такие машины не задерживаются. Объявление об этой машине вы можете найти на сайте vam1.ru. Подписывайтесь на наш видеоканал «Первый видео авторынок». Спасибо за внимание и всем пока!